сегодня мы готовим вот такое японско-китайское блюдо, которое называется чинджарус. Для этого нам нужно паприка, красный перец, зеленый перец, который не сладкий, но он не горький, типа болгарского, мясо, говядина или свинина. Я готовлю на 4 человек, поэтому беру мясо побольше. И бамбук. Бамбук можно взять готовый, уже порезанный, или порезать самим, отварить самим на ваш вкус, как у вас продается это в магазине. Соус этот тоже можете поискать у себя в азиатских магазинах. Если у вас он не продается, всегда можете заказать. Я отправляю во все страны мира эти все соусы. Итак, поехали. Все режем на тонкие дольки. Берем мою любимую ложку, которой можно делать все. Она внутри стальная, по бокам у нее очень мягкие края. Она загребает все до последней капли на стенках сковородки. Тоже можете заказывать. Номер 1 по продажам в Японии. Пока овощи жарятся, нарезаем тоненько мяско. Лучше брать говядину, потому что она будет более плотной, и при смешивании с овощами она и выглядит лучше, и на вкус приятнее. Чтобы мясо не слипалось, было более раздельным, добавляем 1 столовую ложку крахмала или муки. Обжариваем мясо на среднем огне. Мясо чуть обжарилось, и здесь самый главный пункт. Выключаем газ. И берем наш соус. Все хорошенько перемешиваем. И только после этого снова включаем газ. Все японские соусы, они добавляются на выключенном огне. Перемешали. Газ включили. И еще чуть-чуть обжариваем на среднем огне. И вот про то, что я вам говорила про ложку, смотрите, раз с краев, и все-все-все до последней капельки оно сгребает. При этом не царапает сковородку. Можно мыть в посудомоечной машине, силиконовая, внутри стенлесс, нержавейка. Теперь просто добавляем наши овощи к обжаренному мясу. Ну,
Какой аромат стоит. Запах обалденный. Если вы любите китайские, корейские, японские блюда, такие чуть остренькие, то вам понравится точно. Если даже у вас нет бамбука или какой-то перец другой, или мясо не такое, я все равно думаю, что будет вкусно с другими ингредиентами. Можно сюда добавить цукини, даже морковку тоненько порезать, тоже будет вкусно. Все, 2 минутки и выключаем. Давайте посмотрим, похоже то, что у нас получилось. Та-дам!